Здравствуйте, уважаемые партнеры, участницы и гости проекта. Наконец-то мы начинаем наш долгожданный видеоблог о светской жизни и публичной деятельности нашей команды Miss USSR UK в Лондоне. Мы обещаем освещать вам все самые важные события и наполнять вашу жизнь искренними эмоциями, а также красотой. Ведь, как было сказано Достоевским, именно красота спасет мир. А начинаем мы с самого модного мероприятия сезона London Fashion Week, а также ежегодные выставки, которые организовывает British Council и British Fashion Council для содействия молодых дизайнеров со всего мира. И, конечно же, здесь представят свои самые лучшие коллекции дизайнера из постсоветских стран. А сейчас у нас есть возможность посмотреть показ украинского дизайнера Яны Червинской. Пошли! Несколько слов о сегодняшней вашей коллекции. Для меня это первый показ в Лондоне, и хочется сказать, прежде всего, что я очень переживала, и сейчас, на самом деле, до сих пор переживаю. Вот, только сомневалась выбором темы для этой коллекции, и в итоге остановилась на винтажных коврах, в определенной беде эскапизма и ухода в себя. Вот, и получилось, как получилось. Ну, получилось очень хорошо. Хорошо, а скажите, пожалуйста, считаете ли вы себя успешным молодым дизайнером? Мне кажется, очень важно давать реальную оценку своему творчеству. И, на мой взгляд, очень плохо для художника быть довольным тем, что он делает. Признаюсь честно, я редко бываю довольна тем, что я делаю, особенно после определенного периода времени, когда мне кажется, что это можно было сделать лучше или как-то абсолютно по-другому, интерпретировать идеи другими способами. Вот поэтому не могу сказать, что я считаю себя успешной. Мне кажется, всегда есть куда стремиться, и успех — это не конечная точка, а постоянное движение. Спасибо вам большое. Считаете ли вы себя успешным человеком? Ну, мабуть, да. Якщо я зробив проект в Лондоні, то, мабуть, успішний людина. Ну, хорошо, тогда поделитесь секретами вашего успеха. Працювати, працювати і працювати. Да? Тобто менше спати, вірити в те, що ти робиш, ну, мабуть, це найголовніше. Спасибо, успіху вам. Необычно, креативно, оригинально. А что вы думаете по поводу увиденного? Оставляйте свои комментарии и пожелания. С вами была ваша Джульетта и коллектив Miss USSR UK.